Всем привет, друзья! Меня зовут Миша. Продолжаем Castle Crashers. Вернемся мы на точку, где мы в прошлый раз остановились. Так. Там у нас совсем новая территория. Нас здесь еще не было. Так. Как она называется? Тут нет названия. Мы можем посмотреть? Нет. Механический замок. Ну-ка, ну-ка. Что у нас? У нас новая королева. Недостаточно силен. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Угу. Видимо, у меня нет сил, чтобы выбить дверь. Понятно. Нам сюда пока что рано. Хорошо, но мы вернемся. Не смейся долго. Цветущее поле. Вперед. Ух ты. Целая армия. Они за мной? Круто, круто. Оп. Кстати, они забирают монетки, если их не успеваю подбирать. У меня, кстати, была моя птичка, а теперь за мной летучая мышь. Бешеные пчелы. Что с вами не так? Зачем вы нападаете на нас? Ух ты, еще осадные машины едут. Ну, целая война прям. Мы остались только с этим королем. Куда делась наша армия? Что? А. Так. А, меня закидывать будут. Хорошо. Давай. А. Так. Интересный дизайн сделали. Замок мы еще не захватывали. С этими мы разобрались. А, здесь что надо? Ого. Мы будем вот так издалека стреливать.
Ха-ха, разбили стекло. А вот и первая наша королева. Ух ты, все умерли, только я один. Так, ну. Теперь мне, к сожалению, помогать никто не будет. Смотрите, у нас такой же меч, как у них теперь. Эта скала мне нравится, за ней можно прятаться. А что я не могу взять? Почему? Ага. Еда, это хорошо. Будем с полными жизнями. Так. О, птичка моя, смотрите, помогает мне. Даже нападает на них. У меня такого с прошлой не было. Так. Интересно, что он будет делать. И сможем ли мы его как-то победить. Смотрите, с ним драться просто так.
Он очень сильно бьет. И опять он прячется. Угу. Он нас убивает, хорошо. Мы возьмем, наверное, давайте в... Так, давайте всего все возьмем, чтобы посильнее бить. Так, неужели нам опять нужно будет проходить? Ну да. Собственно, просто так. Жаль, до него просто так не дойдешь. Придется аккуратнее как-то с ним быть. Может, как-нибудь попробовать тоже? У меня же бомбы есть, если я их не потратил, может. Как-нибудь тоже с помощью бомб его, с помощью его же оружия его забить. Спасибо, птичка. Новый уровень. Отлично. Так. Ну вот сейчас мы с полными жизнями к нему пойдем. А, нет, господи. Не так все просто. Так, мы с полными жизнями, сейчас будем пробовать. Ага. Мы у него хорошенько так отняли, в принципе. Почти убили.
Даже встать ему вообще не дали. Ух ты. Ага, победа. Да ладно. Что? Что это сейчас было? Мы вроде бы должны были победить. Нас опять забрали. Невесту украли опять. Всех сбрасываем. Пошел отсюда. Давайте отсюда, дергайте. Ух ты. Да ладно. Снова этот монстр. И как тут быть? Что-то я ничего не понимаю. Вот как, я не знаю. Что происходит? Мне кажется, это что-то нереальное. Я не совсем понимаю, что сейчас нужно делать. У меня есть 2 очка. Так, это мы остановились на параде. Это мы, получается, прошли от цветущего поля, замка. И сейчас мы находимся на параде. И церковная лавка. Давайте попробуем еще раз парад, потому что не совсем мне понятно, что нужно сделать сейчас, чтобы пройти. Ага. Мне нужно по корытам, наверное, стрелять. Вот туда сбрасывать. Так, жизни у него нет. Мы по нему бьем. И по колесам бьем. Да-да, конечно. Ага.
Я понял, если он урон не получает, то появляется вот этот чувак и начинает мне мешать. Так. Но это уже лучше с полными жизнями. Так-то будет получше. И, конечно же, сейчас будет какой-то супер огромный металлический босс, который украл у нас все. Так. Ну, здесь мы пройдем. Угу. Газету читает, да ладно. Ты чё, дружище? На посту спишь.
Кстати, я забыл, да, если комбинировать удары, то получается разобраться с противниками намного быстрее. Можно ему даже голову там отрубить, наверное, я не знаю. По мне так. Вторая атака по мне так очень эффективная. Вот, она с сильными ударами. Но все равно тебя. Вот видите, он все равно пробивает меня. Вот с первой атаки никто меня не пробивает. Я могу так их очень долго бить. Нечестно вы поступаете. Хорош кидаться. Если уже деретесь нормально, то деритесь. Ха-ха, в стену ударил. Так. Что здесь у нас? А ты кто? Кто-то там спрятался. Так. И вот она сама катсцена, видимо, здесь. Так, что ж с тобой делать-то? Так, ух ты! Ага. Бог, бог, бог. Ах ты. Да что ж ты тобой делаешь-то? Достал. Ух ты. Тихо, мы сейчас сами можем умереть. Ага. Что? А, и мы выиграли? Отлично. Утопили его в лаве. Да-да-да, все, до свидос, давай. И, видимо, это финальный наш хороший конец. Спасаем мы вторую женщину. Так. Кстати, мы еле сами выжили. Это просто жесть.
Собирай, 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 собирай. Господи, господи, господи. Все, мы, по-моему, все успели собрать. И вот мы ее освобождаем. Отлично. Забавная. Забавная вторая концовка. Много-много очков нам насчитало. 202 золота, 734 XP и 72 человека мы, получается, убили. Открыта новая арена. Интересно. И у нас новых 2 очка. Давайте мы их добавим, наверное. Скорость стрельбы и звука. Ну, давайте. У нас вот, чтобы мы не отставали, да, нигде. И так, мы здесь врата циклопа. Угу. Пещера циклопа. Свадебный переполох. Так, ну давайте, ребята, здесь сделаем перерыв небольшой. Продолжим в следующем видео.